пусть он долго тут будет. Да. Желаем ему дальнейшего процветания. Чтобы всегда... Пусть звери остаются. Да. Животных увидели красивые такие. Больше новых зверей. Да. Символ детства и искренней любви к природе для нескольких поколений. К почтенному возрасту 40 годам Пензенский зоопарк стал свежее, аккуратнее и комфортнее для самой экзотической фауны. Мы хотим привести жирафа. В следующем году, я надеюсь, это будет, мы будем строить пингвинарий. Будем сносить старые вольеры. У нас осталось два блока старых вольеров, которые портят весь вид зоопарка. Они будут сноситься, на их месте будут строиться новые вольеры, современные. В некоторых регионах такие проекты, как зоопарк, перестали просто существовать. Но у нас в области и в городе зоопарк был сохранен, и сейчас он по праву является жемчужиной нашего города. У Пензенского зоопарка в масштабах России свое лицо, несмотря на то, что работает и развивается он в глубинке. Такую оценку дают столичные эксперты. Его уникальность в ландшафтном дизайне, большом количестве деревьев и перепаде высот. Именно поэтому гулять по нему так уютно. Мы удивлены, потому что в условиях пандемии, да, и кризиса удалось заниматься развитием зоопарков и открыть не один вольер новый. И условия даже лучше, чем во многих других зоопарках Российской Федерации. Пензенский зоопарк идет в ногу со временем. Речь не только об устройстве вольеров. Например, здесь регулярно проходит акция «Ночь в зоопарке» или посетители могут посмотреть на кормление животных.